которые ничего не должны никому, кроме самих себя. Будьте верны своим чувствам. Я хочу, чтобы это видео исчезло из интернета. Как это сделать? Я собрал твои вещи. Ты переспала со своим учеником и сыном одной из лучших подруг. Согласно дневникам Ивана, все началось, когда он был несовершеннолетним. Что ты сделала с моим сыном? Диего, нет, не надо. Я убью тебя, слышишь? Убью! Шлюха! Диего, нет! Ты мной воспользовалась. Ты так крупно облажалась, что хуже уже точно не сделаешь. Меня обвинят в растлении. Он разрушил мою жизнь. Он разрушил мою жизнь. Одного из наших учеников нашли мертвым.